В приемной депутата Московской областной думы Владимира Жука состоялась встреча граждан с помощником-референтом депутата Александром Серовым. Подобные мероприятия стали уже традиционными, и когда сам законодатель из-за высокой занятости не может принять в них участие, вопросы граждан выслушивают и тщательно протоколируют его помощники. Большинство посетителей – люди с проблемами, которые не удается решить на уровне муниципалитета. Темы, на которые приходится общаться представителю депутата, охватывают самый широкий спектр жизни граждан. Но часто, сетует Александр Серов, вопросы, с которыми приходят люди, легко решаются в рабочем порядке. Узнал от соседа там, или от друга, или где-то там, и поэтому сразу идут. Вот депутат Московской областной думы решит все вопросы. Хотя иногда приходится с такими вопросами, например, ЖКХ. Там где-то что-то можно решить вопрос управляющей компании. Люди слабо знают, что некоторые вопросы можно решить просто на месте. В этот раз помощник депутата принял более 20 человек. Кроме тех, кто записался заранее, были и те, кого Александр Серов принял в режиме живой очереди. Он отмечает, что большинство – люди, нуждающиеся в финансовой помощи. И помощник-референт сказал, что хотя возможности депутата очень ограничены, помочь постараются каждому. Мы обратились за помощью, и нам помощь оказали. Не в той мере, в которой хотели, но как есть. А какого рода, если не секрет, просьба была? Материальная помощь для приюта. Я впервые обращаюсь по советам моей знакомой подруги. У меня ребенок инвалид, и мне нужна материальная помощь для операции, оказания операции и последующей реабилитации. Так что надеюсь, что помогут. Проблемы граждан не делятся на важные и второстепенные. Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда законодатель не может решить возникший вопрос по ряду причин. Депутат очень доволен, если мы оказываем помощь и решаем данный вопрос. Но бывают просто некоторые проблемы, которые невозможно их решить, потому что они согласно закону, закон не переступишь. Некоторые товарищи обращаются, согласно закону, не положено и все. В депутатскую приемную может обратиться любой житель Ленинского района. Она работает второй вторник каждого месяца с 11 до 14 часов.